Следственный комитет сегодня заявил о завершении работы польско-российской комиссии по расследованию катастрофы самолета президента Польши под Смоленском. Итог таков. Новая экспертиза не выявила следов взрыва на обломках польского борта номер один. На криминальной версии трагедии настаивали радикально настроенные польские политики. Но теперь все догадки полностью опровергнуты. Напомню, Ту-154 разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. На борту находилась официальная польская делегация во главе с президентом Лехом Качинским. Народный авиационный комитет назвал непосредственной причиной крушения тот факт, что экипаж принял решение садиться в условиях сильного тумана, вместо того, чтобы уйти на запасной аэродром.